По случаю профессиональных праздников и за значительный вклад в социально-экономическое развитие города муравленковцы удостоены различных наград. Почетной грамотой губернатора Ямала награждены работники сферы ЖКХ Ильдар Ахметьянов, Татьяна Скрипкарева и Сергей Сокол. Благодарность главы региона объявлена Анне Горшковой, Надежде Дашковой, Анатолию Ефимову, Руслану Зарипову, Марии Ибрагимовой, Галине Оленцовой, Юлии Сабитовой, Марине Юркиной, Лире Губаревой и Александру Юдашкину. Почетными грамотами и благодарностями Законодательного собрания Ямала отмечены Евгений Абашев, Александр Звягинцев, Елена Стручаева, Татьяна Батюк, Валентина Голец, Лариса Зинатулина. Почетной грамотой администрации города награждена Наталья Варлакова. Еще четверо горожан отмечены благодарственными адресами администрации.